собрались с вами в семейной же такой обстановке, скажем, только свои собрались, чтобы отслужить молебен и попросить помощи Божией в уразумении тех истин, которые нам преподают наши преподаватели и наши воспитатели, которые проводят с нами большую часть дня, чтобы мы могли с улыбкой на устах и радостным сердцем воспринимать все, что они нам преподносят. Прошу внимательно всех слушаться, то, что читается и поется, чтобы слова, как семечко, падали на землю наших сердец. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесный, утешителю души силы, же везде сердце исполняя, сокровище благих, и жизни подати любви, вселиться в ныне, и очистины всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу. Придите поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала и голос тех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышит просы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе, взыска Господа и услышами от всех скорби моих избави меня. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся, синище воззвай, Господь, услыша, и от всех скорбей Его спаси, и ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, и же уповает нань. Бойтесь Господа, все святи Его, и конец лишения боящимся Его, богатый, обнищавший, взалкаша. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас. Стоя человек, хотя живот любит, не видите благи. Удержи язык свой от зла, и усне твои ежи не глаголать и льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господне на праведное, и уши Его в молитву их. В лице же Господне на творящее злая, еже потребите от земли память их. Вас ваше праведнее, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведными от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все кости их, ни один от них сокрушится. Смерть грешникам лютая и ненавидящая. Праведного прегрешат, избавит Господь души раб своих. И не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Пришли мир и спасение душ нашей, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Посвяти обители наши, ради всем всяком, ради стране, и верою живущих не Господу помолимся.
Господи, помилуй. Господинице нашим святейшим патриархе Кирилле, и господинице нашим блаженнейшим митрополите Ануфрии, и господине нашим высокопреосвященнейшим митрополите Иларионе, и господине нашим высокопреосвященнейшим митрополите Арсении, и все его Христе, братья наши. Господи, помилуй. Еже не спаслахи на отроков сих, духа премудрости и разума, и отверсти ум и уста, и просветите сердца их, приятию наказания добрых учений, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже всадите в сердца их начало премудрости, страх свой божественный, тем буясь юности однако от сердец их, и просветите ум их. Еже уклонитесь от зла и творите благое, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже отверсти ум их, еже приятие разумейте, и памятствуйте вся доброе и душеполезное учение, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже подать им присидящую престолу его премудрость и всадить ее в сердца их, якогда он научит их, что есть благоугодное пред ним, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже приспейте им премудростью и возрастом славу Божию, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже быть им премудростью и добродетельным житием, и благостоянием православной вере, радостью и утешением родителям своим, и церкви православно католической и утверждение, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже избавитесь им и нам от всякие скорби, беды, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани их и нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко посреди учеников Твоих пришел и все спаси, мир дая им, приди к нам и спаси нас. Бескнижные ученики, Дух Твой Святый, наказатели, яви Христе Божие, и многовещанным свечем языком прелестью празднения, как всесилен. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благословенный все Христе Божий наш, и же премудрый нам сыновлей, и спаслав им Духа Святого, и тебе уловлей вселенную, человека любчей, Христе Божий наш, слава тебе, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Предстательство христиане поздынное, ходатайство к Отцу непреложное, не предрешник моленье глаз, и о предваре, яко благая на помощь нас, ветов заводчик ты, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присо, Богородицы и чтущих. Умен, мир всем, и духови твоему, Прогименглаще свет Иисус, младенец Иисущих, совершил и си хвалу. Иисус, младенец Иисущих, совершил и си хвалу. Возрадуется сердце мое спасение Твое. Иисус, младенец Иисущих, совершил и си хвалу. Иисус, младенец Иисущих, совершил и си хвалу. По Ефесеям послание святого апостола Павла чтение. Братья, не пристаю благодаря у вас, поминание у вас, творя в молитвах моих, дабо Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам духа премудрости и откровения в познании Его,
Пресвященное чистосердце вашего, яко увидите вам, кое есть упование звание Его, и кое богатство славы достояние Его во святых, и кое предспещение величество силы Его в нас, верующих по действию державы и крепости Его, да возможете разуметь и предспеющую разум любовь Христову, да исполнитесь во всякое исполнение Божие, могущему же паче вся творите по преиспыточествию, их же просим или разумеем по силе действуем и в нас, тому слава Церкви о Христе Иисусе во все роды века веков. Аминь. И Духами Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глаз четвертый. Аллилуйя. Оставите детей, приходите ко мне, и не броните их, да цепо есть Царствие Божие, а миловолю вам, и жаще не примет Царствие Божие, яко отрача, нима свните мне, и объем их возлож руцы на них, благословляше их. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Великом Господине Отце нашем святейшем патриархе Кирилле, и Господине Отце нашем блаженнейшем митрополите Ануфрие, и Господине нашем высокопреосвященнейшем Иларионе, и Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Арсении, и с ним пресвитере всего Христе диаконстве. Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И молимся, Бог, храни мне стране нашей православных властей и воинствия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И молимся, Господу Богу нашему, еже презрите милостина на тропов сих, и не спаслайте в сердца во ум и во уста и духа премудрости, разума же и благочестия, страха своего, и просветите их светом своего богоразумия, и подать им силу и крепость, поеже скоро приятие и спешно навыкнуть и божественно законы его наказанию, и всему благому и полезному учению, еже преуспевать им премудрости и разум, и всеми благими делами славу Пресвятаго имени, и даровать им здравие долголетное сотворите, созидание, славе Церкви своей, Отцем всей, Господи, услыши, и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Всех концов земли и сущих море далече, и милости, милости Божия, Владыка и всех наших, и помилуй, милости Бога, человека любит Бог, если и тебе славу высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Господи Божий, Создателю наш, образом своим почти наш человеке, Учивы избранные Твои, яко дивитеся внемлющим учению Твоему, открывы премудрость младенцем, и же Соломона и все взыскующие премудрости Твои научивы, отверзи сердца, умы и уста рабов Твоих сих, поеже прияти силу закона Твоего, и со успехом познать и преподаемое им полезное учение, славу Пресвятаго имени Твоего,
пользуй созидание святей Твоей Церкви и разумейте благую и совершенную волю Твою, избави от всякого налога вража, соблюди православие и вере во всяком благочестии и чистоте во вся дни живота их. Да преуспеют в разуме и в исполнении заповедей Твоих, да так и предуготовани прославят Пресвятое имя Твое, и будут наследницы Царствия Твоего, яко Ты си Бог силен в милости и благ в крепости, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мудрого Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшая героями, славнейшая, без сравнения, Серафим, бедостение, Богослово, Рожие, Сущая Богородица, Тебя величаем. Слава Тебе, Христе, Божие упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Господь истинный Бог наш, молитвы, причисляя Своей Матери, преподобнейший Богоносный, Отец наш, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человек любит. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодать и щедротами человека любим, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Thank you.
Видите-ка, дело святое. Книжечки закройте, ласки поморгайте, и вас посвятят красиво, чтобы вы все весь год были здоровы, чтобы все время в школу ходили, чтобы знания. Так, это какой класс? Первый или второй? Первый. Первый? Да. Вот так. Привет. А это здравствуйте. 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 Так, сейчас, чтобы всем здоровым быть. И чтобы, да, чтобы головешечки были умненькие у нас. Как раз мы и там их сейчас поймаем. Манька, ну давай, прям. Своеобразная.